вами будем рыбачить на водопад. Тут берег вообще зайти. Так много. Ну, как бы ног нет, но сейчас это поселочка не будет. Разыграем для вас какую-то рыбку. Эй, ребята, всем здорово. Сегодня мы с вами будем рыбачить на водопаде. Это возле Новогрудка. Не знаю, я всегда ставлю машину вот здесь, на дороге. Что сказать, я не знаю, там с подъездами этим, там как-то все перегородили, шлагбаумы. Один человек говорил, что можно подъехать, а второй говорит, типа там, короче, попка, так сказать. В общем, если вы знаете, напишите. Ну, блин, сейчас пойдем пешком с всеми клумками. Тут метров 700 надо еще, так сказать, чехвостить. Погнали, ребята, все только начинается. Короче, заходим здесь, я не знаю. Раньше тут, блин, водопад вообще. Помню, в детстве приезжаешь, там купаешься. Вообще проблем не было. Как бы люди приезжали под водопадом с ним постоять. Вот. А тут какой-то, не знаю. Не знаю, это его там. Владение, не его, блин, городил все. Поперепахивал. Не дойти. Ну и рыбу там ловили хорошую, помню. Дядька карпа на 16 килограмм поймали. То есть как бы народ вообще, блин, даже, ну, с России приезжали люди там покупаться под водопадом, постоять. Что? А тут вбился какой-то, блин. Перегородил, не подъехать, не пройти. Вот. Ну, негодую с этого. А так, видно, след есть. Сейчас, стопудняк, еще тоже люди ловят. Короче, до этого пару дней было оттепель. Хорошая такая, там плюс 10. Смотрите, все растало. В общем, вот тут с берега вообще не зайти. Единственное место, где вот получается палка есть. Опа, палочки так. Фигак, фигак. И все. И на льду. Так, народ уже прошелся. Короче, сейчас ставим ставочку на щучку. Надеюсь, что это будет у нас. Насвернемся. Давай. Так, ну короче, будем здесь. Сильно близко не полезем туда, куда падал, потому что там течение и может, так сказать, не такой крепкий лед быть. Сейчас бурю лунки. Ну, лед сантиметров, наверное, 7 точно есть. Единственное, что плохо, конечно, что сегодня мороз и снега вообще нету. Ну, он маленький, припорошенный. Лунки будут вообще застывать быстро. Так. Немного благородим, чтобы не убегало ветром, потому что ветер сегодня тоже хороший. Видите, тут глубина нормальная такая. Местами вообще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, на дне, ну, вроде тут дно чистое, но лучше повыше подниму, потому что как на карьере там просто все заросшее. И в траву неохота, чтобы он просто стоял в траве. Мороз хоть и нет. Да, наверное, конечно, минус такой баночку, что она замерзает, и это все. Здесь немного воды было, я, например, уже просто. А тут уже, наверное, лед. В банке уже подмерзло. Сейчас первого карасика. Я, получается, здесь и флюрики есть, и обычные, так сказать, железодвойники.
Жерлицы стоят, пошел такой нормальный снег. Сейчас вот здесь покидаем подводные камеры и посмотрим, окушки стоят или нет. Просто здесь, как бы, когда вообще даже ультралайт ловил, получается, кидаю. Блин, только вот где-то вот здесь получается такой, ну там, наверное, карп такой, просто такая, ну, килограмм 15, он здоровый был, получается, такой. Так, упал, блин, думаю, блин. Ну, в прошлом году кидал здесь подводные камеры, ничего не находил такого большого. Ну, они, может, на глубине стоят, но, в общем, покидаем сейчас. Посмотрим, есть ли вообще рыба и какая тут вообще находится. Рыбы пока вообще не видно, то есть раньше здесь она стояла, но продолжим пока ловить, покидаем настоячку, посмотрим. Ну, покажите ваше творение. Такой. На Алике купали, да? Да. Ну, знаю про такое. Показывает хорошо? Ну так. Не, все знаешь, что уже там охуенно идеально. Ну так. Вода чистая, то есть нормально. Ну, как-то она мутноватая. Ну вот окушки, плотвички. Да, ну такие небольшие они все. Тут еще есть урегулировки, настройка, там ярче, там то. Не, хорошая. Потому что ночная подсветка, блин, все это. Фигня уже. Видишь, плантонок, о, дно. Оп, видел, плотва есть. О. Он ходит, видишь? Ну. Прикольно, как-то так высвечивает ее. Он еще что-то есть. Окуни вообще глаза светятся ночью их, да, даже. Ну не, ну, подплывает он. Ну, и башка с подсветкой. Ну, с подсветкой у меня так. Да, она что. Что экшенка, так она так в основном все бьет. Ну, видно, что проплывает, как бы там на стоячке стоит, потом оп, клюнет. Да, да, подходит. Ну да, окуня, когда окунь подходит, понимаешь? Окунь подходит, глаза светятся. И камеру опускаешь, вот вроде бы нету, опускаешь, как фары в машине, такие загораются. Была, блядь. Платвичка одна-две там проскакивала, блядь, и все. Не, хорошая штука. Ну да, прикольно. Вон, ну, видать. Ну, на что, подсветкой там, что ультрафиолетовая. Вон, о, есть. Да, да. О, платвичка. Платвичка, она шугливая, она не подходит. А окунь наоборот. Окунь, бля, подходит, аж прямую камеру глядит, блядь. Ему интересно что-то такое, особенно по дну постучишь, так вот, то подлетает, блядь, ну, смотри. Прикольно. И главное, нету, знаешь, камера опустит, такая. Знаешь, парит, что, крепится на удилище, можно ставить. Тут есть специальное крепление. На удилище. На удочку надеть. Там поплавок. Поплавок иди. В комплекте закидаешь, подцепил под удочку, опустил, блядь. Прикольно. Крючки можешь это самое одеть. Есть крючок, да, можно зацеплять, что сразу. Вот. На спиннинг ломбануть, тянешь так. Вот это специально. Не, вот на спиннинг поплавок цепляется. Не, а вот на удочку туда. Понимаешь, на удочку ты можешь крепление вот нацепить, с удочкой вместе с крючком опустить, и, блядь, понимаешь, вот крючок тебе видать, и видно, как рыба подходит ее, берет, не берет. Ну только что это. О, поплавок. Были на Дитве. Ага. Ты на их ты опускаешь. На детей были. Много чего придумать. Ну, тут причиндалы. Короче, сидим и так, и это дрочим нихуя, бляха. Взял эту камеру. Рыба есть, плотва. Ну, плотва подходит и хуяк начинает ходить.
а окунь наоборот подходит. И он сидел, блядь, на, понимаешь, не на кибок смотрел, а именно вот. Опустил камеру на дно, положил. И вот на экран. Вот сидит, играя. На Детве там вода вообще чистая, вообще там. Окунь подходит, разворачивается. Быстрее. Поехал, возвращается, цап, понимаешь, ну там доля секунды есть это самое. Промежуток этот. А так хуяк про. Я вот сидел, дрочил нихуя, а он именно на камеру, не на кивок, а на камеру. Ну, небольшие у вас немного наловили. Это и он, да, бляха. Ну что, потом жарите так, не чистите или чистите? Сушил, блядь, тот раз сушил. Я плоту надо, можно потыкать. Пока в ожидании жарились, немного уже подловили. Плотнички. Ну, поклевывает, но по сути, как бы так, совсем поклево. На мотылька. Ну, на безмотылку почему попробовать, наверное. Ну вот мы настоячку пока закинули. Как бы нет-нет, ну минут 5 одна поклевочка где-то есть. Вот. Ну, пожерлица вообще пока тихо. Жерлица вообще молчат. Тоже народу пришло, вот там ловят. Как бы. Тоже народа есть. Ну вот, можно за перебавить температуру. Сегодня минус 15, минус 13. Так. Есть что-то. Что у нас здесь? Окунек такой. Ну, они тут стандартного размера. В общем, небольшие совсем. Но пока в ожидании жерлиц можно половить. Не странно, что пока сработок нету. Часа два просто сидели. И вообще ноль. Пока глухо. Такой нам не надо. Если полочка была бы, я взял. Так. Ну, хочется побольше что-то поймать. Вот люди поймали окунька за черт, на балансирчик, да? Ну, этот еще не зачетники маленький, но относительно то, что сегодня ловится, неплохо. Ага, подушечный такой, хороший. Что, блесенка, да? Ну, вот, неплохо, прикольно. Да. Странно, что пожарится вообще тихо как бы. По-моему, вообще да, пожарится. Да. Что-то в ожидании жерлится, но ничего нету. Оп, что-то клюет. Эх, ничего. Так-то нормально берет. Плотычка мелкая, ребят. Только начало. Собираем, я думаю, на нормальную жарку. Сегодня. В общем, ну, что сказать. Поклевок как бы не сильно-то много, но они проскакивают, но на основном такая мелочь. По щуке пока вообще ноль. Вот таких ловишь небольших. Морозец вообще, конечно, пипец. Вроде как минус 14, но ощущается как минус 20, что ли. Дубак. Так. Так. Ну, поклевывает, но она, конечно. Ничего не скажешь. Эх, вот она, попалась. Наверное, небольшое что-то. Но, плотвичка. Честно, уже такой морозик, что ж, и руки подкалели. Перчатки прячешь, конечно, но... Постоянно поклевка, там надо менять мотыля. Вроде только согрелись, опять достаешь, опять на мороз. Так, плоточек мы сегодня берем. Плоточки нам нужны сегодня. Как-то так сегодня и ловим. Не успел закинуть сразу в перчаточки. Ух, руки колеют. Так.
Ну вот и нападение получается, просто медленно опускаешь, он так активно достаточно берет. Ну вот опять. Эх. Опять сейчас нацеплять надо мотылька. Так, прячем, прячем руки. Блин, по щеке вообще обидно, что-то поставили, расставили ставок, но вообще ноль, ни одной сработки за целый день почти. Как-то странно. Так, оп. Затусовали. Что, ребят, пора собираться потиху. Короче, не знаю. В общем, я просидел на этот почти целый день на водопаде. Из поклевок, конечно, хорошо отличка поклевывает. Мелкая, ушки. Если прям надо много мелкой наловить, то здесь, конечно, да, наловишь. Но по щуке, я не знаю. Короче, смотрите, вот у меня тут почти 10 ставок стояло. Там, короче, 9. Вот тут ребята тоже, получается, у них на двоих 11 ставочек. Прикол в том, что у нас ни одной сработки почти за целый день таки не было на водопаде. Вот сам водопад, ребят. Итак, подведем, так сказать, сегодняшний итог нашей рыбалки на водопаде, ребят. В общем, ставили мы ставочки, вообще ноль сработок за целый день, не знаю, тут постоянно как не приезжаю, щуки здесь, ну особо кормовой базы, наверное, достаточно получается. Так сказать, вот таких рыбок наловить можно вообще кучу получается. Ну, они небольшие, там одну за одной можно доставать, там, не спеша. Они поклевывают очень хорошо, но размеры, так сказать, оставляют желать лучшего. Помали там, ребята, конечно, кушка побольше, ну, по сути, такая мелочевочка. И сейчас там разыграем для вас какую-то рыбку. Встретил такого человека, так сказать, прикольно, вот подписчика так узнал. Приятно, когда узнают. В общем, кто эту рыбку все-таки, ребят, найдет, кто первым заберет ее, отпишитесь, пожалуйста, так сказать, в комментариях хотя бы. Сейчас найду место, где ее спрятать. И обязательно вам покажу. Так, ну, ребят, вроде как бы место нашел. Смотрите, вот этот получается пирс. Вот. И чуть левее вот такой вот мостик. Тоже пирсик из этих бочек получается. Короче, на него собираемся. Так, и вот сюда я решил. Смотрите. Сюда вот закидаем. В общем, ребята, рыбка VIP офигенная. То есть, если кто смотрит там с Настей здрасте. Да, с Настей здрасте. Вот он недавно катался вроде как в Карелии, куда он там, на север. Вот. И ловил на такого VIP. Вот я нашел его. И ловил щучек. Я даже сам еще не пробовал, решил разыграть сегодня. В общем, смотрите. Кидаем туда. Опа-на. Все, оп, и тут немного травой закидаешь. Вот так было, так сказать, найти. Ну, просто так случайно. Кто смотрит, будет приятно. Как-то так. Ну, в общем, кто, ребят, найдет, отпишитесь, пожалуйста. А что, наша